Дети и родители покажут, на что способны. В Первоуральске пройдет фестиваль семейного творчества. В школах города по окончанию третьей четверти в преддверии каникул проводятся мероприятия, на которых школа презентует результаты своей работы, кружковой деятельности, творческих достижений, спортивных достижений обучающихся. В этом году было принято решение объединить это все единым форматом, скажем так. Мероприятие пройдет 18 марта в рамках фестиваля «Живи ярко». Участники, почти 4000 школьников, которые презентуют свои учебные заведения, расскажут об их деятельности и достижениях. Центральное место на фестивале займет творчество самих учащихся. Концерты и мастер-классы они посвятят своим родителям. Их ожидается порядка 10 тысяч. Конкурсы во всех школах разные. Подробности можно посмотреть на сайте учебных заведений. Вход на мероприятие бесплатный.